много лет в зале, фитнесом, со штангами, с гантелями. Занималась я тэквондо когда-то, то есть, ну, надо, наверное, все попробовать. И триатлон меня, так сказать, привлек своей вот этой сложностью. То, что мне всегда интересно было, как вот эти люди выбегают из воды, там дальше что-то делают, едут, бегут, как это все можно так вот сделать. Это действительно все сложно. Участников больше, во-первых, что очень радует. И уже организация более профессионально, слажена, чем в прошлом году. Ну и в прошлом году отлично было. То есть каждым годом результативность, профессионализм со стороны организаторов, он дает свои плоды. И сейчас мы видим, что триатлон набирает популярность. Это является целью популяризировать триатлон в Казахстане. Здравствуйте! Сегодня прошли очередные соревнования по дисциплине триатлон. Это у нас индор триатлон, который проходит в World-классе. Мы как партнеры Федерации триатлона сегодня обеспечивали наших атлетов фруктами. К сожалению, наша команда не смогла принять участие, но мы зато поболели. Конечно же, впечатления получили колоссальные, так как мы увидели воочию, как атлеты соревнуются, как вновь вышли на старт. И это атмосфера, наполненная праздником. Ну, вы знаете, видеть столько подтянутых спортивных людей – это всегда хорошо. И мы знаем, что здоровье нации – это значит, наше государство будет всегда сильным. Поэтому очень было приятно увидеть столько людей, прямо заряженных на победу. Спортивный дух летал прямо по всему залу. Ну, мне было интересно понаблюдать за вот этими перипетиями борьбы. Ну, триатлон, потому что занимаешься тремя видами спорта. Ты и плаваешь, ты и на велосипеде крутишь, ты и бегаешь. Вот, то есть во время недели есть возможность чередовать виды спорта. Это очень супер. В общем, уставший немножко, но впечатление хорошее. Спасибо World-классу, что организовывают такие мероприятия по популяризации здорового образа жизни. В целом, Федерации триатлона города Астана. Хотелось бы выразить благодарность за то, что пригласили меня. Знаете, единоборство немного... Жесткий вид спорта. А триатлон, велоспорт, плавание, бег – это борьба больше с самим собой, где ты можешь сам себе доказать что-то, показать лучший результат, чем, например, предыдущий сезон.